Лучших традиционных исполнителей определили в Жанаркинском районе. Там прошел республиканский конкурс певцов. В нем приняли участие 11 артистов из разных регионов страны. Их вокальные данные оценила и наша съемочная группа. Конкурс посвящен 130-летию со дня рождения алашурдинца и писателя Сакена Сейфуллина и 200-летию видного деятеля Шона Тельгузы. 11 участников прибыли из Мангыстауской, Кызылординской, Карагандинской областей и городов Шымкент, Астана, Павлодар. Каждый из них подготовил по 3 песни. Мне понравилось выступление конкурсантов. Все очень старались передать главную мысль каждого произведения, вовлечь зрителей в атмосферу того времени. Хочу отметить хорошие вокальные данные участников. Конкурс традиционных исполнителей проходит во второй раз. Он направлен на популяризацию произведений Сакена Сейфуллина среди молодежи. Оценивало исполнение артистов строгое жюри. Это священная сцена, на которой в 2022 году на республиканском уровне впервые провел концерт всеми любимый Кайрат Байбосынов. А сегодня мы проводим республиканский конкурс, посвященный 130-летию Сакена Сейфуллина. Это очень радостное событие. Гран-при удостоился конкурсант из поселка Бутакара Карагандинской области Куандах Тукенов. Он исполнил такие произведения, как «Кулагер», «Вискарагер», «Таушинде». Он награжден дипломом и денежным призом. Все конкурсанты были достойны, подготовились хорошо. Я тоже тщательно готовился. Очень рад, что мои старания оправдались. После торжественного награждения победителей конкурс продолжился гала-концертом. Айя Мамрина, Талгат Абдрахманов, Бүлдірген Асығат, телеканал Сарыарқа.